В Новосибирске начала работу выставка продуктов питания и напитков «Interfood Siberia» о новой возможности сбыта, организаторами которой выступила компания МКР «Медиа» и холдинг «Росагромаркет». Завтра в дискуссии на площадках экспоцентра примут участие фермеры, представители крупных агрофирм, торговых и гостиничных сетей из регионов Сибири и Казахстана. Основные темы – развитие современных мощностей для хранения и реализации продукции, повышение конкурентоспособности в условиях импортозамещения. Холдинг «Росагромаркет» представит уникальные проекты – сеть оптово-распределительных центров, которые планируют построить в разных регионах. Первый такой комплекс появится в Новосибирске. Что важно, современные сервисы будут доступны не только для крупных агрокомпаний, но и для небольших фермерских хозяйств. Такой центр, по словам представителей «Росагромаркета», позволит снизить затраты на хранение и предпродажную подготовку свежей продукции, оптимизировать логистику и найти новых покупателей.